Всем привет! Сегодня мы разбираем задачу 10.8 с регионального этапа Всероссийской олимпиады по математике этого года. Условие задачи было следующее. Дан параллелограмм ABCD. Биссектриса угла А этого параллелограмма пересекает сторону BC в точке К. На стороне AB откладывается отрезок AL равный CK. И прямые CL и AK пересекаются в точке M. Далее через точки А, Л и М проводится окружность, которая пересекает луч АД за точкой Д в точке Н. Требуется установить, что отрезки НЛ и НС перпендикулярны. Но первое, что можно заметить, что есть два равных угла, опирающихся на две дуги в одной и той же окружности. Следовательно, отрезки ЛМ и НМ равны. А тогда для проверки прямоугольности треугольника CNL достаточно проверить, что отрезок MC тоже равен этим двум. Мы получим, что медиана равна половине стороны. Проще всего это сделать, продлив прямую AK до пересечения с DC. Тогда мы увидим, что вот такие два уголочка тоже являются красными из параллельности. Следовательно, CK равно CP, ну и мы получаем, что отрезок CP равен отрезку AL и параллельный ему. Следовательно, вот такой четырехугольник является параллелограммом. Его диагонали в точке пересечения делятся пополам, то есть M является серединой LC, что и требовалось. Альтернативным доказательством служит следующее. Можно рассмотреть два вот таких треугольника. У них одинаковые углы при вершине M, а угол А треугольника дополняет угол К другого треугольника до 180 градусов. Значит, если мы запишем теорему синусов в этих двух треугольниках, мы получим при учете того, что AL равно KC, что LM равно MC.